Это для вас должен быть индикатор, что что-то не то. Смотрите, как мы сделали на этом объекте. И что важно, постоянно идут споры, которые доходят до драки. Еще один важный момент. Вот когда нужно фартук делать? До монтажа кухни, либо после. Когда вам не хочется плинтус, есть два решения. Друзья, всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс Green Park, квартира площадью 70 квадратных метров. Закончили ремонт по дизайн-проекту, который разрабатывала наша команда. Сейчас пройдемся по квартире, я вам покажу, что у нас получилось. Давайте сейчас пройдемся по планировке, она у нас достаточно интересная получилась в этой квартире. Здесь у нас постирочная, совмещенная кухня-гостиная, кухонный гарнитур уже привезли, уже собран, можно пользоваться. Здесь у нас с вами будет стоять диван, ему осталось еще 2 недели, и он будет уже стоять здесь. Здесь будет висеть огромный телевизор. За этой дверью у нас санузел, ванная комната. Пойдемте дальше. Здесь рабочий кабинет нашего заказчика. Он уже потихонечку привозит свои вещи. И хозяйская спальня. Двери у нас в проекте скрытого монтажа под покраску. Еще их называют двери Invisible. Производитель профиль Doors. Высота дверного полотна 2 метра 40 сантиметров. Стандарт это 2,206. Но если вы хотите пушечку, то обязательно выбирайте двери высотой 2 метра 40 сантиметров. Приборы отопления мы заменили на более эстетичные, более красивые. Это у нас Refar Supreme. И что важно, высота 35 сантиметров. Есть полтинник, они повыше. Но видите, здесь расстояние от чистого пола до подоконника, оно не такое большое, поэтому сюда влез только Supreme высотой 35 сантиметров. Подоконник – это искусственный камень толщиной 3 сантиметра. Мы привыкли, что у нас пластиковые подоконники белого цвета, которые не вписываются ни в какой дизайн. Привыкли, что они выпирают за откос на 5, 6, 7, 10 сантиметров. Это все в прошлом. Вот, современное, недорогое решение. Обязательно делайте подоконник за подлицо с откосом, чтобы он не выступал. И, пожалуйста, смотрится песня-сказка. Стены покрашены краской Sanders. Это дорогая британская краска, очень чувствительная к поверхности, поэтому прежде чем красить, нужно 5-6 слоев шпаклевки финишной положить, отшкурить и прогрунтовать стены, подготовить их. Еще один важный момент, нету родной грунтовки к этой краске, поэтому эту краску можно выбирать, но лучше посмотреть на других производителей. Ограничитель при скрытых дверях. Смотрите, как мы сделали на этом объекте. Вот у вас дверь скрытого монтажа. Ограничитель встроен в пол, в чистовую отделку уже, и когда дверь подходит к ограничителю, срабатывает магнит, вылезает из пола штырь и фиксирует вашу дверь. Для того, чтобы дверь закрыть, просто вы делаете плавное движение в сторону закрывания дверей. Пожалуйста. На полу у нас уложен каменно-полимерный кварц-винил, уложен единым контуром. Есть два варианта укладки – на клей и на подложку. Вот в данном случае кварц-винил уложен на подложку. Потолок у нас во всей квартире натяжной, а в кухне-гостиной он особенно интересный. У нас помещение по двум сторонам больше 5 метров. Необходимо было делать стык двух полотен. И для того, чтобы не портить эстетический вид потолка, мы сделали специальную нишу и в ней разместили светильники. То есть это служит как дополнительным освещением, так и стыком двух полотен. Стык должен был быть как раз вот в этом месте. Дополнительно вставили серию треков на потолке и точечные светильники, которые смонтированы накладным способом. Также сделали специальные ниши для штор и дополнительно проложили там подсветку. Кухня состоит у нас из двух элементов, видите, с классического и отдельно стоящего острова. Плита у нас находится здесь, соответственно, нужна вытяжка. На потолке вы можете видеть отверстия. Мы сделали там специальные закладные под потолком. И как только приедет вытяжка, мы ее спокойно смонтируем. Постоянно идут споры, которые доходят до драки. Вот вы видите фартук, да, видите столешницу. Вот когда нужно фартук делать? До монтажа кухни, либо после. Вот правильная ситуация, когда вы сначала делаете плитку, а потом вам ставят кухонный гарнитур. Когда вам мебельщики говорят, давайте мы сначала поставим мебель, а потом строители крупноформатный керамогранит как-то попытаются поставить туда,
Это для вас должен быть индикатор, что что-то не то. Сначала вы делаете все плиточные грязные работы у себя в квартире, а потом вы привозите только мебель. Вот только тогда можно добиться хорошего ремонта. Пару слов скажу про смеситель. Моя мечта. Вот смотрите, он отделяется, и вы можете мыть прицельно, поливать воду, куда вам нужно. Классная штука. Не пожалеете денег, поставьте себе на кухню. Бесподобное решение. Все инженерные коммуникации спрятаны у нас в санузле. Вот вы можете здесь их видеть. Здесь и вода, и отопление. Все это прекрасно прячется при помощи мебели. Все это здесь встроено и имеет очень быстрый доступ. Также в санузле у нас стоит система инсталляции. Маленькая раковина, достаточно для того, чтобы помыть руки и умыться. И зеркало, в которое можно посмотреться перед походом на работу. Ванная комната. Плитка у нас на стенах и на полу, как и в санузле, это керамогранит эталон Millennium серого цвета. Плитка сделана под бетон. Отличное решение, мы частенько используем его в своих проектах. Здесь у нас стоит ванна от производителя Рока. Черные элементы смесителей. Это отличное решение, которое комбинируется с плиткой серого цвета. И также мы здесь смогли установить второй унитаз. Очень удобно. То есть у нас есть гостевой санузел и еще есть в ванной комнате тоже подвесная чаша. Электрический полотенцесушитель, тоже черного цвета, отлично сочетается с серым цветом. И вот посмотрите, мы здесь сделали встроенный шкаф, то есть мебель по всей квартире делали тоже мы, поэтому, если будет интересно, задавайте вопросы по мебели. Также у нас здесь стоит накладная раковина, зеркало и черный накладной смеситель. Когда вам не хочется плинтус, есть два решения. Либо вы делаете пробковый компенсатор между стеной и чистовым покрытием, либо встроенный плинтус. Вот в данном случае наш заказчик пожелал встроенный плинтус, поэтому его практически не видно. Стык керамогранита и кварцвинила у нас сделан при помощи специального герметика. Керамогранит и кварцвинил выложены на одном уровне. После того, как уже все работы завершены, на финишном этапе вы этот стык силиконите, и смотрится это вот так вот прекрасно, как в нашем случае. Мы сейчас находимся в кабинете, и одна стена, видите, как разительно отличается от остальных. Здесь у нас такие приятные теплые цвета, а здесь насыщенный зеленый. Здесь у нас будет стоять диван, а напротив у нас рабочая зона. Этот заказчик пожелал так выделить одну акцентную стену. Смотрится достаточно интересно, потому что если бы у вас все стены были одним цветом, это было бы грустно. А так намного веселее и интереснее. Вот такой интересный ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!